Днем 26 апреля в районе пересечения улицы Свободы и улицы Льва Толстого в Туле на автомобиль Mitsubishi Outlander упало 5-метровое дерево. По имеющейся на данный момент информации, в момент происшествия в автомобиле находились девушка-водитель и пассажирка. Из-за произошедшего пассажирке стало плохо, и ей оказывалась медицинская помощь. К счастью, в результате происшествия, кроме автомобиля, никто не пострадал. На месте работали сотрудники скорой, МЧС, городской службы спасения и представители управления по Советскому территориальному округу города Тулы.